Итак, новая лига Hardcore Synthesis. Ну, я всегда на хардкоре просто играю. Прокнула у Занны Untamed Paradise. В чем суть? То, что 370% экспы тут. То есть ее любят в пати бегать. Ну, я в пати не играю, потому, соответственно, в соло побегу. Билд, очевидно, оккультистка с эгони-кроулером. Ну, пока это ХП CI такой, то есть ХП энергощит. Потом это будет CI, когда у меня будут деньги на CI, соответственно. Ну, уже, в принципе, это выход в CI, можно сказать. Достаточно жирный, живучий. Ну, пойдем. Монстр левел 76, у меня 74, ну, я думаю, должен справиться. Обычно играют в пати, как я сказал, я играю в соло. Айтемы не выпадают, зато экспы очень много. Сейчас все камни сразу прокачаем. Кстати, у меня две фласки на хп, но мне в принципе одной хватит, наверное. Ебать. А вот это еще жестко было, кстати. Вот это я сейчас сэканул нормально с этих мобов. Вот эти мобы, которые из-под земли вылезают, это, конечно, бред. Ну, высокий уровень локации, все-таки 76-й, на 2 уровня выше моего. Высокий уровень мобов. У меня, кстати, есть армор, совсем чуть-чуть. Бля, вот это жестко, конечно, вот эти мобы, это жесть, которые из-под земли вылезают. Они очень жесткие. Зачистка хорошая за счет лабы. За счет вот этих подрывчиков. Перчатки шейпера у меня есть, я купил. Но перчатки шейпера, они тут когда уже CI будет. Тогда. Сейчас пока по сути нет смысла. То есть перчатки шейпера мне нифига не дают читать. Да. Я бы сказал, опасная локация на самом деле. Плюс левел. Надо бы боссов зайти убить еще. Я не знаю, мне лет 100 не прокла эта карта. Вообще прикольно. Что? У меня такое выпало у Занны. Ну, урон адский, конечно, у билда вот этого. Ну, не то, что у билда, а именно у скилла. У самона у этого. То есть даже нодов особенно не надо для приспешников. Расшуфлинг на КВДТ, дисциплина. Использую Дред Баннер. И это. Точный удар. Ну, по сути, точный удар это пока что. Потом, когда CI будет, я буду без точных ударов. Потому что там слишком далеко до них идти. По сути, мне перчатки шейпера как раз дадут меткость. Пиздец, вот эти мобы дамажат, которые из-под земли вылезают. Я ебал просто. Насчет боссов я не знаю, стоит, не стоит на них заходить. Типа нафига боссы, все равно лут не выпадет, правильно. Бля, вот это жестко. Бля, вовремя. Вовремя сейчас левел прокачался. Реально вовремя. Плюс 2 левела за карту.
почему тут написано больше 50 монстров, по идее, все? Ну, кроме боссов. Я только к боссам не заходил. Где тут более 50? Вот эти? Ну да. В целом, конечно, такое себе впечатление о лиге. На самом деле, она мне, ну, не очень интересна. Сама лига. Ладно, на боссов я не пойду. Вот заночка. А, там для Заны надо боссов убить. Не, мне сыкотно, я, наверное, забью на Зану. Да, я, наверное, не пойду на боссов там. Хрен с ней, с Заной.